Всем привет! Вы на канале Марина и Цветочные Друзья. И мы сегодня на выставке в станице Каневской, Краснодарский край. И показываем вам выставку. Очередная выставка растений. Получается, все площадки наши уже начинают потихонечку уходить на летние каникулы. В Каневской тоже. Эта выставка теперь уже только осенью следующая будет. А сейчас у нас опять же начинаются каникулы. Мы с вами сейчас на цветочном месте Даши. Ну, кстати, у наших цветоводов каникул нет, поэтому я контакты показываю, и можете обращаться по поводу заинтересовавших вас цветочков. Эдвардс Джус. У Даши очень интересно представлены такие хорошие фотографии, то есть видна расцветка и название, сортовые пеларгонии. Цены самые разные, от 250 до 700 рублей. Есть, наверное, более дорогие сорта. Я вот не спрашивала у Даши по поводу дорогих. Иреол Чаровница. Это занартик? Чаровница. Ну, это гибрид. Гибрид. Гибрид, такой прямо растрепанный, крупный-крупный цветок. Потому что лист у него как у заналки, а цветы прям вот занартика. Лист как у заналки, а цветы как у занартика, крупные. Были розыбудные крупные розочки, и сейчас остались такие вот Summer Rose Tina, красная розочка, вот такая вот Andreas Розебуд, розовая розочка. Ну и, конечно, уже сейчас немного получается пеларгонии, а к осени, когда начнутся выставки, у Даши будет опять же много интересных новых сортов, в том числе и крупноцветковые розыбудные пеларгонии, что вот сейчас это прямо у нас очень популярно, что именно розыбудные с крупным цветочком, потому что раньше розыбудные и раньше были, но цветочки были, розочки были такие некрупные. Сейчас появляются уже сорта с хорошего размера цветочком. Эуфорбия миля, крупноцветковая. Даша, сколько такой сорт? 300 рублей. Недорого, кстати, 300 рублей стоит. Из цветущих растений вижу, вот она, китайская шляпка. Дальше, абутилончики. Абутилоны по 200, да, Даша, ты говорила? По 200 рублей. Цеструм синий продается. Кстати, у меня сейчас прямо цветет так вообще. Весь в цветочках. 250 рублей. Мальвавискус белый. Рядышком псевдоэрантема. Вот это прямо очень добросовестный цветун. Стоит он 150 рублей всего. А растение такое очень благодарное. Начинается цветение и прямо таки конкретно цветет. А вот у нас мальпигия, а рядом... Даша, вот это лагерстремия, да? Или что это такое? Лагерстремия. С черным листом, да? Ага. А цена? 250 рублей. Лагерстремия с черным листиком, с сиреневыми. Сиреневые цветочки или розовые? Сиреневые. Сиреневые цветочки. Это вообще редкость. Это редкость. То есть это не часто встречается. Ну, здесь фикусята. Нам сейчас во второй части нужно посмотреть цветочки на всех рабочих местах, потому что, опять же, я еще раз повторю, что немного в моей цветочной памяти моего телефона немного уже сохраняется видео. Хочется все вам показать, что есть. Это Даша на место. Еще раз напомню, что у нас в Одноклассниках Даша Дарья цветочница, и у нее там есть интереснейшие каталоги. Просто не хватит часа, чтобы посмотреть все растения, которые там представлены. Вообще можно весь вечер просидеть. То есть пролистать-то можно быстро. А вот разглядывая, если читая сорта, можно весь вечер просидеть именно только на Дашиных цветах. Очень интересно. Очень интересно. Бывает, что я так сажусь и начинаю смотреть Дашину коллекцию. Это просто, ну, там россыпи самоцветов. Мы с вами на рабочем месте Галины. И я сейчас вот выхватываю взглядом такие растения, которые хочется вам показать. Посмотрите. Это, наверное, астрофитумы. Тут не подписаны. Галя, это астрофитумы или кактусы? Вот это. Ага. Вот это точно астрофитум. Вот это.
Смотрите. Или молочай. Что-то, ну, это не кактус точно, 100%. Это, по-моему, нет. Молочай? А, это эуфорбия. Это молочай. А сколько он стоит, вот такой, такая помпушка? 350 рублей стоит вот такой кругленький молочайчик. А есть еще такое интересное каудексное растение. Диаскорея. Вот такая диаскорея. А такая 500 рублей. Вот у нее такая шишка. Она все время растет? Или у нее есть период покоя? Или как она вообще? Ну, я не знаю, может быть это. У меня растет, она без, не сбрасывает ни лист, ничего, без покоя. Ага. Может быть, что-то и должно правильно быть как-то, да. Галина говорит, что она у нее растет без периода покоя, то есть вот такая шишка из нее такая. Она как лиана или как деревце? Лиана. А ее нужно укорачивать, чтобы она ветвилась? Лучше, да. То есть прищипывать. Тут уже я вижу вот несколько побегов, посмотрите, растущих. Ну, интересно, интересно. Вообще такое, все такие растения необычные, они, конечно, привлекают. Хочется всегда посмотреть, что же из них будет дальше. Вот здесь марантовые. Кстати, сейчас я визиточку сразу посмотрим. С контактами. Растений много интересных. Для чего я показываю визитку? Я тут вижу и филодендроны, и диффенбахи, и садовые растения, сингониумов много. Фикусы, кстати, разного сорта встречаются. То есть самые разные растения. Поэтому и визиточку вам показываю. Кстати, желтая ромашка. 350 рублей кустик. Кнефопия от 150 рублей. Сингониумы есть, я вижу, вот серый призрак. 1500. Ну, расцветка у него сохраняется все-таки. Вот сколько мы с вами смотрим, получается серый призрак, узнаваемый сингониум. То есть издали его видно. Вот он, Imperial White. А этот Imperial сколько? 350. Ага, 350. Это у нас Red Heart или не он? Да. Red Heart? Red Heart. Red Heart. И он там тоже есть. Мотленд. А сколько такой? 700. 700 рублей Мотленд. Красавчик. Вот здесь у нас Монстера. Не он, Рапуста. Ага, вот это маленький, да? Да. Неон Рапуста. Вот опять же я вижу, это у нас хамидария металлика. Появились такие интересные растения с рассеченными листьями. А сколько такой большой куст? 2000. Малышей нету пока, да? Поменьше есть. А, есть. Да, одна поменьше, есть 1000. 1000 рублей поменьше растение. Вижу вот такой, посмотрите, какой, с каким интересным стволиком, фикус микрокарпа, 1800. Очень фактурный товарищ. И вот здесь внизу еще разного сорта фикусята, вот фикус Ирен, 550 рублей. Вот он, Moonlight. Такой уже прямо рослый, 500 рублей, рослый череночек. Если есть сорта, сейчас будем смотреть сорта, интересно же. А тоже Moonlight, 500 рублей. А вот это у нас сейчас Ретуза написано. Ретуза. А, по 500 тоже, наверное, да? И такие крупнолистные фикусы. Внизу, кто любит сирийские гибискусы, разного сорта сирийские гибискусы. Здесь пестролистные Ван Гог и Шугар Тип по 500 рублей. И есть чайный шифон, я вижу. Потом, вот это у нас... Ага, Фридом. А где Фридом? Фридом. А, это Фридом. Он ранний самый, да, получается? Да, он уже цветет. У меня есть такой, он, получается, раньше всех зацветает. А вот это у нас Пурпл, да? Да, Пурпл Раффлс. Пурпл Раффлс очень красивый сорт. Прямо такой насыщенного вот фиолетового цвета. Безымяшка, но он очень крупный, интересный. Ага, покажите нам. Вот, смотрите, вот такой вот. Интересный.
у меня немножко похожие есть. Я покупала как Люси сорт, но не знаю. Нет, Люси, другая, Люси, да? Люси совсем другая. Другая. Сейчас, угу. Сейчас нам покажут еще Люси. Ну, красивый, да. Красивый. А безымяшка сколько стоит? 550 ну, тоже. По 500, угу, по 550. Сейчас Люси нам покажет. А мы пока с вами посмотрим, что здесь вот. Это уже у нас участники розыгрыша приходят. Да, да. У нас тут сегодня девочки проводят лотерею, то есть покупатели, кто покупает. Ну, это, ну, ага, да. Да. У нее сердцевинка, ну вот более, да. Более выраженная. Ну, да, да, я вижу, она мне же цвела, да, это она. А тут более розовые, так, получается. Ну, красивый сорт. У нее же весь огород в этих гибискусах. Я тоже собрала всю коллекцию. Все, что есть, да? Вот такой есть сеянец тоже. Вот это кто? Вот он сеянец, я так подозреваю, Люси с кем-то. Угу. Да, красивые очень. Гибискусы сирийские, еще раз повторю, они у нас хорошо зимуют, поэтому можно собрать шикарную коллекцию, уже не переживать за то, что они там замерзнут или вымокнут, они переносят все условия. У нас было цветочное место Галины, а тут сюда мы перешли цветочное место Валентины. И посмотрите, зайца хвост, тут травки вот декоративные, кто любит, зайца хвост продается. Это хасматиум, наверное. Сейчас посмотрим. А, это бриза. Бриза большая, амазонка называется. Вау, прелесть какая. Сейчас спрошу, Вали, сколько она стоит. У меня есть бриза такая мелкая, а это прямо крупные. Бризы долго держатся, они кустиком таким аккуратным. То есть не расползаются, не разрастаются. Лагерстремии продаются. У Вали такой верхний ярус, это комнатные растения, самые разные. Кстати, она мне обещала тут оставить телефончик. Сейчас будем смотреть внимательно, где же у нас телефончик. А нижний ярус, это садовые растения. Кстати, вот там я смотрю, что Валя сеяла. У нее сеянцы сезбания крупноцветковая. Не знаю, как они у нас растут. Валя тут обещала телефончик оставить. Можете найти, нет? Вы не здесь? А, вы просто зритель. Да, понятно, понятно. Мимоза. Мимоза стыдливая. Ну, короче говоря, спрашивайте. Телефон Вали у меня есть, если заинтересует вас растение. А у Вали... Валя, где телефончик? Не могу увидеть. Если заинтересует вас растение, то у Вали очень много интересных. Вот такая, посмотрите, какая красивая будлия. У нее прямо набитая качалочка. Вот такая. Есть рыхлое соцветие, а вот это прям такое массивненькое. И вот желтая тоже, будлия желтая. А, да, я знаю, у меня растет она. И бобовник вот есть. Вот тоже получается нечасто. О, белая тоже красивая, да. Нечасто встречается бобовник в продаже, вот там у Вали он есть. То есть много интересных таких растений садовых. Вот Валин контакт, ага, сейчас мы покажем. Церцис еще, церцисы тоже продаются. Церцисы весной, конечно, мимо них не пройдешь, потому что в изумлении там замираешь. Без единого листика дерева, все усыпано цветочками. Валя убежала к покупателям. Сейчас будем ловить ее, чтобы церцис посмотреть. Валь, ну дай нам фотографию глянуть церциса. Церцис. И бобовника. Сейчас. Вот он церцис, когда ранней весной издали видны эти такие розово-сиреневые деревья, потому что они абсолютно без листьев. А бобовник вот такими каскадами спускается вниз. Ну, красота. У церциса листики красивые, тень хорошая от церциса, потому что у него прямо объемные листья. А горлышко у меня сегодня уже не выдерживает. Ну, всегда на выставках мы очень много даем информации по растениям. Мы, честное слово, заинтересованы в том, чтобы растения хорошо росли, развивались, не пропадали. И поэтому очень много комментируем покупки. Это клеродендрум инерме. А сколько стоит такой, Валя? Такой 300 и маленький 250. 300 и маленький 250. Вот этот цитрексилум мы сегодня тут, да, аромат вдыхали. Очень приятно пахнет. И, кстати, стоит он 300 рублей. Недорого растение.
когда продаются, да, продается как дорогое растение. Вот у Вали вот недорогое. Телефончик Вали. У нас, кстати, вот есть... У Вали всегда можно посмотреть вот именно на красоту азистазии, потому что не у всех получается вырастить, хватает терпения вырастить именно такой красивый кустик. Азистазия цветет красиво, а вот кустик формировать, это так прямо нужно набраться терпения. Вот у Вали всегда можно посмотреть, как же она красиво и растет, не только цветет. Вот это мальвавискус, да? Пестролистный мальвавискус, редкое растение. И вот нежнейший полисциас продается, прямо такой воздушный. По 100 рублей. Такой 250, да? Да. 250 рублей с таким с пестрым листиком, но просто от дуновения воздуха весь колышется. Бугенвиллии в основном. Вот здесь сегодня акция. Вот тут все продается по 250, а вот здесь все по 200. Весь поддон. А на поддоне, чтобы вы просто имели представление, стоят пестролистные пеларгонии. Представьте, они по 200 рублей. То есть отличная цена. И красивейшая. Не по 200, они по 100. А они по 100? Я не увидела табличку. Пеларгонии выставлены по 100. Вообще прямо распродажа. Вот это все по 150. Ага. А тут все по 150. И причем вот здесь есть растения прямо такие, которые стоят, в общем-то, дороже, если брать их так вот в розницу, а общие такой поляны, ну, не общие поляны можно по отдельному цветочку. Это не значит, что всю поляну нужно покупать. Просто выставлены они по такой хорошей цене. 150, вот такая хоя красивая, серебристая. А вот такая альтернатера. Посмотрите, многие, когда увидели именно такое растение, просто начали спрашивать наперебой, где же можно его раздобыть. Вот у Вали продаются прямо такие объемные кустики по 150 рублей всего. Красота же. Вот такой плектрантус, да, монолавандер. Вот даже с цветочком сейчас вам покажем, как мини-орхидейка он цветет. Такой лавандовый именно цвет. И вот 200 рублей калифа, такой кустик прямо мощный. Покажу вам контакт. Растения почты отправляются, поэтому если что-то заинтересовало, можете связываться с коллекционером. Кстати, вот такой филодендрон, красивый, яркий, 250 рублей. Прямо ярко-ярко. А сорт вот так известно у этого? Лимон лайм. А, лимон. Большой. Лимон лайм. Образец вот такой. И следующее рабочее место. Опять же, посмотрим, что здесь и садовые растения продаются. Это эхиноцея, объемная пестролистная бругмансия, 600 рублей. Внизу вот в садовом отделе там и шалфей, и смолевка, и махровая ромашечка. Сейчас я буду тут мешать своей болтовней проводить. Ну, я тихонечко, вы же меня хорошо слышите? У нас уже проводится розыгрыш призов. Сегодня наши покупатели, кто покупал цветочек, получал еще в подарок и номерок. По этому номерку будут разыгрываться растения, комнатные садовые растения, которые наши коллекционеры представили вот именно для участия в лотерее. Я показываю вам рабочее место Натальи. И вот эти растения, которые сейчас я показала, 250. Пилея такая крокодилистая, пеперомии. А такая сколько пеларгония? 150. 150, посмотрите, какой сорт. Это вот как раз та, которую девочки многие хотели приобрести в коллекцию именно из-за пестрой листвы. Вот показываю вам контакты Натальи, если... А почтой не отправляете вы? Да, ну, не буду. Ну, как, почтой опасается человек, но если вы живете недалеко или, да, или к вам, или к вам есть проходящий транспорт, то вам могут вот желанное растение передать. Расцветка прямо очень красивая. И кустики уже хорошенькие. Возьму ваш телефончик. Спасибо. Здесь у нас
Дальше цветочное место Людмилы. И то же самое, вот еще раз повторю, что на каждом рабочем месте какое-то яркое пятно привлекает внимание. Посмотрите, какие фолиусы у Люды. 150. Итак, вон там у нас розыгрыш призов, то есть это счастливчики, у которых есть там талончики. Ну, конечно, не все смогли остаться. Очень много людей, которые отказывались от талончика, говорили, ну, пусть кто-то другой возьмет, потому что мы до часа, ну, никак здесь не останемся, мы специально приехали из другой станицы. Поэтому участников не очень много. Получается, что не все смогли приехать, еще раз говорю. Людмила. Показываю, какие красивые грифоны вот стоят вот здесь у Люды. 350 рублей большие грифончики уже. И покажу контакты Люды. Людмила уже постоянный участник. Но это очень затягивает. Выставки это очень затягивает. И даже вот само общение с такими же увлеченными людьми. Как... Вот, хорошо высветился телефон. Вот, видите? 703. Люда долгое время была зрителем, сейчас стала участником уже выставок. И вот такие интересные, красивые цветочки представлены здесь на продажу. 1300 страйп. Агланема страйп. Такая прямо стройненькая, красивая детка. Прямо красивая. Я же от любопытства сейчас сверну голову, потому что мне все время хочется и туда тоже заглянуть. Не хочется вам прямо это цветочки же до конца показать. Еще раз повторяю, что там розыгрыш призов. И вот кто не поленился или кто рядом живет, они с удовольствием взяли эти талончики и пришли сюда поучаствовать в розыгрыше призов. О, драцена, посмотри, какая... Вот такие драценки продаются, они не часто встречаются. Это комнатные уличные растения. У Светланы, интересно, у Светланы все такие этикетки разного цвета. Зеленые, оранжевые, розовые, голубые. Привлекают внимание листочки на столе. Кофе продается, он не часто встречается в продаже. Колотые прям красивенькие. А сейчас цена 250 рублей. Вот я вижу написано цена. А вот такие вот подороже. Такие 450 рублей, красоточки. А хои, вот вы спрашивали хои сегодня. Кстати, у нас многие спрашивали, а хои были? Да, вот они хои продаются. И цены 200-350 есть кустики. Уже такие прямо растущие. С растущими побегами. Часто коллекционные хои продаются, ну, практически прямо даже бывает и без ростика, по два листика черенок. А здесь уже посмотрите, какие хвосты растущие у хои. То есть прямо-таки замечательные по качеству череночки. Вот это у нас цветочное место. А как-то я не посмотрела, кто здесь у нас. А девочки здесь у нас участвуют. А это, наверное, из Ростова. Вот у нас сказали, что из Ростова сегодня присутствуют. Я по составу растений смотрю, что это девочки из Ростова, да? Агланемы шикарные. Вот тоже наши зрители часто спрашивают, а где же агланемы? Вот мы... Это очень малая часть. Ага. У нас очень много дома, мы их просто не возим, чтобы, ну, они теряют товарный вид, и угу. Как бы в дороге им тяжело. Да. Это самые простые агланемы. Вот наш номер телефона. Угу. Вот он. Да. Показываю Ростов-на-Дону. Вот номер телефона. Мы отправляем телефона. Почтой по всей России. Ага. Не переживайте, все доезжает. Мы очень хорошо упаковываем. Напишите, мы отправим вам фото. Также ага. Есть очень много... Осторожно, вот... осторожно. А то эмоции, получается, у нас прыгает телефон. Телефон показываем. Как раз вот тот, кто хотел посмотреть цветные агланемы. Вот здесь, вот это 10 карат? Да. 10 карат, посмотрите, какая шикарная. А сколько стоит такой сорт? 1800. Ну, хорошая цена. Есть больше. 1800, есть больше кустики. И вот сейчас девочки говорят, что растения отправляются по всей России. То есть телефон, контакт вам дали. И здесь не только интересные агланемы. Помимо... Ага, сейчас покажем. А я показываю диффенбахи. Вот там рефлектор стоит, да? А вот это у нас... Вот этот с крапинками сорт.
Как произносится название? Фикусы шреверяна. Вот это. Это я знаю, а вот это? Это везувий, а вот это чита. Все-таки чита, да? Да, чита, рефлектор, везувий. Угу. Вон там везувий. То есть красивые диффенбахи, вот, прямо такие объемные, красивые. Ну и вот здесь вот дисхидии, причем самого разного, самой разной формы. Пелеи, кстати, многие спрашивают именно пелею с круглым листиком. Вот здесь тоже она продается. А сколько такая, цены написаны у нее? От 150 до 400. Ага, от 150 такие. Стрелиция тоже нечасто встречающееся растение. Но оно не из дешевых растений. А вот это филодендрон такой, да? Фанбан. Посмотрите, какой прямо объемный филодендрон продается. Листья прямо, листья пальмы. А каждый лист как пальма, с такие опахала неизвестные нам страны. Красота. А ну он, конечно, он продается целиком? Да, конечно, он продается целиком. Сколько же он стоит? Сколько стоит фанбан? 2000. 2000? Это недорого. Для такого огромного прямо куста. Есть также малыш. Ага. Ставьте, мы посмотрим, вот листик. Посмотрите, как интересно у него изгибается прямо вот так. Это считается, вот это лист или... Да, это считается один лист. Вот, это считается один лист. Вот тоже. Прямо подковка изгибается, посмотрите. Вот этот большой стоит 2000? Да, он стоит 2000. Угу. Гляньте, какой куст стоит 2000. Ну, вот это просто, просто сногсшибательно красиво вообще. Есть более... Есть поменьше, да. Но мы их сейчас не привезли, но в наличии, да, есть. В наличии есть поменьше, этот сорт есть поменьше. Так что, если контакт вас заинтересовал, тоже можете поговорить с девочками. Спасибо большое, очень интересно. Сейчас еще отключусь и постараюсь, чтобы хватило времени. Ну, по крайней мере... Просто у него есть вот. Это другой лист, Вот здесь лист вот такой. Ага. А здесь разрез. Да, 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 мы видим. Для сравнения. Для сравнения, вот девочки нам показывают. Ну, конечно, да, конечно, вот этот смотрится разрез... шикарнее, чем вот. И вот разрез листьев. Да. Это разные сорта, да. Угу. Красота. Спасибо большое. Вот это прямо очень интересно.